Вот галка, видишь, вот это вот карась, да, карась. Много таких помогал. Главное подсечь, вот, берешь и подсекаешь. Понял, подсекаешь, галка. Бери, подсекай. Голова, Лен, конечно, ловчее. До них пока рановато, галка. Пока рановато. Да. Главное подсекай. Девочка грустит, эта девочка грустит. Гости не зовут, на веселье нету сил. Девочка грустит, эта девочка грустит. Не бреет усы из-за черной полосы. Девочка грустит, эта девочка грустит. Гости не зовут, на веселье нету сил. Девочка грустит, эта девочка грустит. Не бреет усы. Так хочет любить любовью. Хочет любить любого парня, но внутри любовь к рыболовью, рыбной ловле. Хочет ловить большого голавля. И как Пикачу, Гай, и как Пикачу я забавно пищу, когда я к тебе подкачу. Рыбы тронутыми, ты лови их, ведь мы тонем вместе с ними. В этом мире мы одни. Так хочешь любить любовью, любовью. Хочешь любить большого голубя. Мы так недосягаемы, но кричу подсекай. Меня ночью точно камнем, мы потом вертикально вниз падаем. Падаем, 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 падаем. Цены барреля, барреля. Ищу тебя, мой окушок, и укушу тебя за попышка. Леди мормышка, такими не барыжит. За ЗОЖ стою на лыжи, о боже, мне не выжить. Когда-нибудь я подплыву поближе. Игар Пикачу, Гай, Игар Пикачу, я забавно пищу, когда я к тебе, подкачу я. Пикачу, я забавно пищу, когда я к тебе, подкачу я. Совсем недавно мы рассказывали о ловле хищной рыбы, а именно после нерестовой щуки в Ростовской области. И сегодня мы снова продолжим рассказ об охоте со спиннингом на хищника. Как вы понимаете, поведение грозы рыбьей мелочи в период нагула отличается от после нерестового. Да и ловить мы будем совсем в другом месте и, возможно, совсем другую, но хищную рыбу. Приглашаем вас в Казахстан, в Призайсанскую котловину.